Необычный букет из хвойного леса сестре на день рождения сделал житель Черкесска. Теперь популяция вечно зеленых красавиц парка Ирты выросла на 10 елей. Ахмат Халкеч подробнее. Благую идею неравнодушного жителя республиканской столицы поддержали волонтеры из числа активистов Общероссийского народного фронта, некоммерческой организации по охране окружающей среды «Биосфера», а также работники различных городских служб и сотрудники республиканского МВД. Можно сказать, сделали подарок своему близкому, сестре, на день рождения. И это подарок, он не только как бы человеку, это там не айфон ни какой-то, не розы, не шуба, а это именно вот такой поступок настоящего человека, который подарил 10 елей городу, ну и в то же время сделал приятно и сестре, и ели они будут здесь стоять и насыщать воздух кислородом, радовать своим видом горожан, гуляющих в парке. Азамат Ужаков отметил, что недостаточно только посадить дерево. Для того, чтобы саженцы не погибли, за ними необходим каждодневный уход. Ну а это, в свою очередь, помогает нам растить людей, осознающих связь человека с природой, резюмирует он. Местная детвора, которая проводила свой досуг в парке, с большим энтузиазмом вовлеклась в процесс посадки. Елочки слева, тут в основном лиственные растения, а хвойные, ну, они особо отличаются, то, что они как бы полезнее. Девочка у нас слева, теперь хотим отсюда. Ага. Да. Теперь их будет больше. Угу, да. Через лет 20 это уже будет хорошая прямо такая елка, будет выделять много кислорода и радовать наши листья. Ахмат Халкещев, Ренат Муков, Вести Карачаево, Черкесия.